цех. Мальковый цех. Здесь у нас вот на данный момент сейчас вот остался только один бестер. Это бестер F1 2021 года рождения. Где-то ориентировочно апрель-май. Вот это дата его рождения. На данный момент тут, ну, в среднем 100-граммовая рыбка здесь. Это гибрид. Белуги и стерлядью, да. Мама белуга, папа стерлядь. И сначала мы начали заниматься чисто товарной рыбой. Закупали рыбу, привозили, чуть-чуть подращивали и перепродавали. Постепенно так обзавелись своим аппаратом УЗИ, начали из этой товарной рыбы отбирать самок. Отбирать самок, вот сейчас мы дошли до того, что у нас есть стадо русско-ленского осетра, есть стадо стерляди и стадо бестера, половозрелые самки, которых мы получаем икру, вот надеемся в этом году опять получить икру, как пищевую, так и для воспроизводства. Если примитивно, вот видите, возле каждого бассейна по две бочки стоит, вот это уже фильтр, вот это уже биофильтр. Биофильтр? Да. Что это значит? Грубо говоря, бочка с определенной загрузкой, на которой живут бактерии, которые очищают нам воду. А что это за бактерии? Хлорелла или... Нет. Хлорелла – это заселяется в водоем, которая нам помогает как бы вот кислородный режим выравнивать. А здесь бактерии, которые нитратную группу уничтожают. Азотную группу. Нитраты, нитриты, аммоний. При жизнедеятельности рыбы, при использовании кормов очень много выделяется азотной группы в воду. Те же самые экстременты рыбы. То же самое все. Она где живет, там это ее среда обитания. Здесь она и кормится, и отходы все поступают в воду. Поэтому воду приходится очищать. Никуда не денется. Вот это одна из зон нашей очистки. Это, как мы называем, биоплата. Здесь у нас водные растения живут. Пистия, водный гиацинт. Так, улитки, дафния. Тут все, оно само собой, биоциноз такой. Сюда поступает вода, и растения забирают нитраты. Для растений это как раз дополнительное питание. Они очень хорошо растут на нитратах, а для рыбы это губительно. Избыток нитратов – это тот же яд. И вот растения нам помогают с ними бороться. Как бы вот в двух словах так. Как вы подошли к выбору растений? Почему это не помидоры, не огурцы? Не... Вот умные люди клубнику выращивают, а мы вот пистию и водный гиацинт. Ну, они хорошо впитывают нитраты, аммоний забирают, поэтому нас они устраивают, очищают. Вот здесь, вот эти растения живут здесь уже 2 года, и мы ни разу этот водоем не чистили. В этом году попытались, думали, там уже грязи полно, хотели очистить. Подняли, там, в принципе, особо там и грязи нет, поэтому как бы вот такого вот. Вы как-то высчитывали количество, площадь этого водоема, количество растений, чтобы они выполняли свою функцию эффективно? Можно было в 2 раза меньше сделать? Можно было 2 раза меньше сделать. Мы сюда посадили порядка 100 кустиков, и они как разрослись. И они заняли у нас все. Вот видите, вот это мы даже прореживаем. Ну, есть клиенты, которые покупали. Вот это растение, оно зимой не зимует в открытом водоеме. Летом у нас покупают их в свои водоемчики, в домашние прудики, там, без проблем. Ну, а на зиму просто прореживать будем, выбрасывать. Коровы нет у нас, чтобы съедало все это дело. Ну, пока так вот. Излишки приходится прореживать и на уничтожение. Сюда поступает вода после того, как рыбка в ней пожила, да? Да. После отстоя, ну, после первоначальной очистки она поступает сюда. И потом отсюда в бассейн. Сейчас пойдемте вниз, я вам расскажу. Бассейны, где у нас содержатся производители уже, отобранные самки, которые нам будут давать икру, то ли на пищевую, то ли для воспроизводства. Здесь уже сидят только самки. Глубина бассейна в 2 метра. И так, ну вот, можете вот если здесь заметить,
мы посередине сделали, видите, разделяющую стену. И движение воды сделано по кругу, по часовой стрелке. И как бы для рыбы это сделано как непрерывный канал. Рыба в движении постоянно, не сидит на месте. И как бы вот более такое, хоть и в бассейне, но чтобы приближенно к естественным условиям, чтобы какое-то течение было для рыбы. Здесь у нас стерлядь содержится, трехлетки. Ну, видите, есть даже альбиносы. Может быть, со временем отберем самок, получим золотую икру. Вот с этих четырех бассейнов вода у нас сбрасывается в водосборную яму. Вот здесь вот. Там у нас ящики с цеолитом, которые забирают все у нас гадости. И пошла она дальше. Так, под нами здесь первоначальная очистка, вот, первоначальная очистка, здесь под нами происходит первая, там у нас зона отстоя, типа циклона, стоит бетонное кольцо, где по кругу вода идет, и твердые частицы оседают, дальше она переходит, вот, вторая зона, здесь как бы вот биозагрузка. Биозагрузка – обычные пластиковые ящики. Типа биофильтра здесь у нас, здесь также живут бактерии, которые нитратную группу уничтожают. Видите, как много здесь у нас комаров летает. Тут у нас и мотыль живет, и дафния сама собой размножается, как бы целый биоценоз. Здесь она у нас очистилась, поступает в третью зону. Третья зона, здесь у нас уже она аэрируется, видите, барботаж идет, воздух дует. Здесь аэрируется и насосами подается на вот эти вот, как бы вот эти наши биофильтры большие. Здесь бочки у нас, пойдемте наверх, я вам покажу. Вот они наши большие биофильтры. Здесь также наполнитель, сетка. И вот, значит, с последней ямы сюда поступает вода, проходит через биофильтр, и отсюда она уже расходится по всем бассейнам. По всем бассейнам, по тем бетонным и по УЗВ, которые мы смотрели, где круглые наши 14-квадратные бассейны. Вот по тем бассейнам то же самое, вода отсюда идет через них. Скажите, а чем вы кормите гибридов? Искусственными кормами. Пробовали разные корма, как бы еще не выбрали что. И пробовали и белгородские, сейчас казахскими кормами кормим, но окончательно еще к выводу не пришли, что лучше. Стартовые корма, начиная с личинки, копинсом, импортными кормами кормим копинсом. Вот. Наших кормов еще, ну, стартовых еще как бы не пробовали, не нашли еще. Это основная статья расходов, конечно. Корма очень дорогие, приходится, ну, хорошая корма всегда дорого стоит. Тут уж пробовали дешевыми, ничего хорошего не получилось. Воду загрязняют, прироста никакого. Скажите, а вот когда мальки появляются, начинаем артемию, мы артемию инкубируем сами живыми кормами. Артемия, мотыль, дафния, вот все, только вот это. А потом переходим на корма. Но тут тоже затягивать нельзя. Если рыбу долго кормить живыми кормами, привыкает, потом очень тяжело ей перейти на искусственные корма. Бывают такие моменты, но они всегда присутствуют, что вот какая-то часть рыбы не хочет переходить на искусственные корма, и все. Вот лучше с голоду сдохну, а сухари ваши не буду грызть. Вот буду гоняться за дафней, там, за мотылем, а сухари не буду. Вот и все. Без живых кормов, конечно, не обойтись. Чтобы правильно кишечник сформировался и чтобы правильное пищеварение у рыбы было, без живых кормов тут никак не обойдешься. Но потом в процессе вы уже переводите рыбу, как вы выразились, на эти
сухари, больше ничего не даете или еще как-то что-то докидываете? Селезенку крупного рогатого скота добавляем. Покупаем. Она дешевая, как бы человеком не используется в пищу. На бой не покупаем селезенку крупного рогатого скота, делаем фарш и смешиваем с кормом. Для чего это необходимо? При использовании корма эти все рассчитаны на быстрый рост рыбы, чтобы рыба получила максимально быстрый прирост. Рыба получает максимально быстрый прирост, но что-то страдает. В первую очередь страдает печень. Но у рыбы печень восстанавливается. Вот селезенка крупного рогатого скота позволяет как бы восстановиться печени. Поэтому мы ее... Бывают такие критические моменты. Гоним, рыба набирает массу, бах. Смотрим печень, уже ожирение печени идет. Все, искусственные корма отменяем, делаем фарш селезенки. Селезенкой прокормили, живые корма, мотыль. Что еще найдем там? Прокормим, и все нормально, нормализуется. Основной компонент всех комбикормов – это рыбная мука. И рыбная мука желательно высокого качества, которая произведена из цельной рыбы. Не так, как там из головы, из хвоста, да из кишков. Желательно, чтобы была из цельной рыбы. И чем меньше жирность рыбной муки, тем выше ее качество. Повышенное количество жиров, конечно, сокращает срок хранения комбикормов. Жир очень быстро окисляется. Идеальные условия мы не можем сделать, чтобы хранить там, чтобы постоянно у нас было плюс 2, плюс 4. Вот, поэтому чем меньше жира, тем лучше. Ну, до определенных, конечно. Стартовые корма вы у кого покупаете? Копим через Москву. И они даются молоде до какой, до какого возраста? Ну, стартовые корма вот до 50 грамм, до 50 грамм. А дальше, когда стартовые корма, это до 2 миллиметров, до 2 миллиметров. У них высокий протеин, там больше 50%. Потом переходите, да? А потом Аква Альянс нам поставляет, это Казахстан, Алмата. Пока что у них, к ним прибились, ну, еще не окончательно, как бы, посмотрим. Еще ищите, да? Стадо и товарную рыбу, которую на мясо кормите одним и тем же. Корм Аква Альянс Казахстан, но для производителей другой корм. Другой корм. Там разное содержание жира, разное содержание белков. Ну и нормы кормления, конечно, разные. Если самка зажировала, если ее кормить как на мясо, она зажировала, она может икру никогда не дать. Поэтому там особый режим кормления. Такой, держим их впроголодь. Как бы любой рыбовод вам скажет, рыбу лучше не докормить, чем перекормить. Лучше она будет такая, знаете, активная, постоянно искать корм, чем она наестся и будет лежать на брюхе, ничего не хотеть. Для здоровья, как и для человека, лучше так в тонусе держаться. Молочное животноводство так же, да? Там телку не осеменяют, если она жирная. Ну и рыба точно так же. Вы стимулируете как-то отдачу икры? Конечно. Что вы делаете? Можете рассказать? Используем гипофиз. Гипофизарные инъекции. Ну, сейчас вот пробовали сурфагон, искусственный стимулятор, но он не для всех рыбы подходит. Подходит для гибридов, для русколенского осетра подходит, для бестера подходит, для стерляди никак. Стерлядь только гипофиз. Цена на гипофиз, конечно, сейчас сумасшедшая. Последний раз покупали в районе 20 тысяч за 1 грамм. И что-то раньше Калининград поставлял, что-то в Калининграде проблемы, поэтому цена вот скаканула неимоверно. Неимоверно. А вообще какие-то методы снижения затрат на рыбоводство, установка замкового водоснабжения есть? Что можно сделать? Ну, искать корма на родине, допустим? Использование живых кормов, это будет более качественный корм. Но для производителей, конечно, рекомендуется использовать живые корма.
чтобы была качественная икра. И это, во-первых, если на воспроизводство очень сильно влияет на выживаемость личинки, на выживаемость малька, процент оплодотворения, и выживаемость личинки очень сильно влияет. Если на пищевую, это вкусовые качества икры. Вкусовые качества икры, конечно, да. Не полностью мы не заменим, полностью столько живых кормов мы нигде не наберем. Ну вот, используя какой-то процент использования, это да, выбрасывается на два бассейна. Вот это классическое вызовое. Аэрация здесь, вот видите, барботаж, это мы насыщаем воду кислородом. Дуем обычную воду. С товарищами за долгие годы привыкли пробовать новые направления, и несколько лет назад мы попробовали на небольшом формате, можем ли мы попытаться выращивать рыбу сетровых пород. Нам показалось это направление интересным, хотя сейчас, конечно, уже есть осознание, что, как и любая деятельность, связанная с сельским хозяйством, с производством продуктов питания, с применением каких-то достаточно сложных технологических процессов, она не может быть легкой и не может быть быстро заработной. Три года нашей практики в этом направлении это доказывают. В настоящее время мы представляем себя достаточно скромное пока по успехам предприятие по производству рыбы сетровых пород. Но амбиции остаются. Мы продолжаем постоянно учиться, продолжаем пытаться осваивать новые процессы. И надеемся, что с нашей помощью жители и Ростова, и Юга России смогут попробовать, что такое вкусная, живая рыба, ну и другие продукты. Что касается икры осетровых пород, то это деньги, вложенные в этот бизнес, они длинные деньги, они не скоро возвращаются, потому что это через несколько лет только первую икру можно получить, если взять малька, да? Про мясо или как про тушки рыбы говорят, что в течение года уже можно реализовать, получить первый доход. Что для вас интереснее? Или вы и тем, и другим будете заниматься основательно? Я бы сказал так, что мы бы хотели освоить все процессы, связанные с выращиванием рыбы сетровых пород. То есть это и, как вы говорите, выращивание на мясо, и получение своей икры в целях переработки на пищевую икру, получение своей икры для инкубирования своего малька, выращивание своего малька. Не все эти процессы мы освоили в одинаковой степени хорошо. Что касается быстроты выращивания сетровых на мясо, наверное, в идеальных условиях с применением, скажем так, и достаточно совершенных и дорогостоящих технологий, с большим, скажем, и трудоемким уходом,
Ну, не исключаю, что можно выгнать, скажем так, того же вестера за год там, или год с небольшим до товарного вида, товарного объема. Вот. Вместе с тем, если этот, скажем так, опыт, который действительно может быть удачным, масштабировать на достаточно приличные объемы, то сталкиваешься с тем, что все-таки не все так просто, и вот эта деятельность, вот эта сфера в сельском хозяйстве, она не является такой быстрой и лакомой, как об этом можно там посмотреть в интернете где-то, либо где-то еще прочитать. Это тоже достаточно тяжелый, ответственный, сложный, требующий больших затрат и материальных, и людских, достаточно тяжелый труд. Какие подводные камни возникли? Вот то, чего вы, для вас было неожиданностью за этот период, может быть, на что не рассчитывали, а это получилось, как говорил Чепман, никогда такого не было, и вот опять, да? И как преодолевали? Ну, с точки зрения организатора бизнеса, может быть. Ну, первое, это то, что у нас с вами в начале беседы прозвучало, то есть сроки совсем не те, да? Вот, и поэтому нужно просто набраться терпения, мужества, иметь возможность, скажем так, разнообразными ресурсами всю эту деятельность поддерживать, то есть не бросить. Вот. А так большая часть трудностей это либо носит технологический характер, и они решаются, то есть мы учимся, спрашиваем совета у наших коллег по этому делу. И хочу сказать, что ну, нет такого, чтобы кто-то кому-то отказал в помощи, либо в консультации. То есть мы многих знаем, нас многие знают, и мы обмениваемся опытом. Вот. Ну и, наконец, трудность, о которой мы, опять же, говорили, это эти самые пресловутые ковидные ограничения. Они не могли быть никак угаданы 3 года назад. И сейчас мы тоже не очень представляем, когда они закончатся. Вот. А так, что надо пахать, это же сельское хозяйство. Наши очистки.